Это от творческой лаборатории «Юность» и меня, Насти Туркиной. Поем, распеваемся. Вот иду я вверх, вот иду я вниз. Счастье близко, ты только приглядь с волны, качай калипсо, и солнцем пой написан. Человек июль, назови его хиппином. Городская угрюмость здесь непременно пойдет на дно. Сандали на ноги, кали минокли, как-то мое все равно. Все ровно, как думал он, когда создавал это все. Солнце мое вино, наливай его до края. Ай-яй, начинаю жить весной. А вот он я, настал мой час, настал мой день. Воля моя в полный рост стоять, в полный голос петь. На всю планету Земля я. Всем привет! Все мы оказались в непростой ситуации, и ситуация с коронавирусом коснулась каждого, и поэтому все мы вынуждены сидеть дома и проводить меры по его предотвращению. Поэтому, чтобы хоть как-то скрасить жизнь людей, мы выкладываем песенки, которые поддерживают моральный дух людей. Хочется пожелать каждому из вас сохранить в себе позитивный настрой и почаще улыбаться, несмотря ни на что. А для вас я спою песню группы «Кино» «Нам с тобой». Здесь непонятно, где лицо, где рыло, и непонятно, где пряник, где плеть. Здесь все на лифт тыкаются вилы, а рыба проходит сквозь сеть. И неясно, где море, где суша, где золото, а где медь. Что построить и что разрушить, и кому и зачем здесь петь? Нам с тобой, голубых небес навес, нам с тобой. Станет лес глухой стеной, нам с тобой. И заплеванных колодцев не пить.
план такой. Нам с тобой. Всем большой привет! Буду немного словно, хотелось бы сказать, что в нынешней ситуации самое главное не падать духом и искать для себя какие-то плюсы. Мы сейчас и сидим дома, у нас, следовательно, освободилась куча свободного времени, которое можно провести с пользой. Я, например, очень давно хотела изучить программу для создания музыки, и мне все никак не удавалось выкроить свободное время и вообще заставить себя заняться этим делом. Сейчас я пользуюсь возможностью и активно себя заставляю делать всякие полезные штуки. Всем желаю провести это время с максимальной пользой. Также хочу вам исполнить свою песню. Ржавые трубы души между мной и тобой. Мы бежали, прощаясь по мостовой. Меня хотела голова примирить с рекой. Но ты кричишь: постой, постой, отстой, Натак, дружи. Всем привет! Веду репортаж из своего дома и своего убежища, как и все люди вокруг. У нас освободилось просто нереальное количество времени. И это количество времени, оно нам дано для того, чтобы мы занялись собой, занялись саморазвитием, почитали новые интересные книги, наконец-то научились играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, на гитаре, или просто осуществить какую-то свою заветную мечту, на которую никак не хватало времени. Я хочу пожелать всем, кто сейчас на данный момент смотрит это видео, пожалуйста, не огорчайтесь, будьте на позитиве, мыслите позитивно, потому что от этого зависит на данный момент наше состояние, наше здоровье и здоровье близких людей. И хочу вам спеть песню для того, чтобы вы как-то приободрились, посмотрели на этот мир немножко по-другому, уделили больше времени своим любимым, своим близким. Где-то в области сердца, где давно не искал я, ты оставила греться что-то в образе счастья. Еще выше на терцию, а потом дальше шепотом. Я тебе от души просто так спою, а ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты, водопадами сверху падали, падали. Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты, водопадами сверху падали, падали. Передаю привет творческой лаборатории «Юность». Не переживайте, все сложится, все будет хорошо. Были проблемы, я зашел чересчур далеко. Нижнее днище нижнего ада мне казалось не так глубоко. Я позвоню своей маме
И мама была права, нас сказала немедля звони человеку из Кемерово. На всю планету Земля, я. На всю планету Земля.